Как у вас дела? Ну, как у нас дела? У нас дела, у нас, в общем, неделя была такая рабочая, с утра до вечера в суде, поэтому как? Ну, какие может это вызывать чувства? Ну, конечно, ну, когда ты видишь, как это все происходит, что, ну, наши адвокаты выстроили блестящую линию защиты, и просто слушать их было одно удовольствие. Да, у вас те же адвокаты, что и у нас были адвокаты, так что мы с вами в этом... Да. Ну, блестяще работают. Обвинения, в общем, сказать им нечего. В общем, все сводится к тому, что в нашей стране не должно сметь свое суждение иметь. Вот как бы все доводы. Знаете, как в старом анекдоте. Есть два мнения. Одно мнение вот там из Кремля, из Генштаба, другое мнение неправильное. Mm-hmm. И любое другое мнение будет наказано. Нет, мне даже показалось не так, что то, что из Кремля, это не мнение, это всегда факты. А все, что мнение, будет наказано.